Когда-то Андрей Аршавин построил блестящую футбольную карьеру. Но если на поле у талантливого игрока получалось абсолютно все, то его личная жизнь до сих пор не идеальна. В 2003 году начались отношения Юлии Барановской и Аршавина. Любовь между ними закончилась через 9 лет. Андрей оставил свою беременную гражданскую супругу с двумя подрастающими малышами. После некрасивого расставания спортсмен не виделся с детьми 5 лет, но теперь опубликовал в Инстаграме фото, где он проводит с ними время в каком-то кафе. «Мои клоны», — подписал он снимок. Подписчики согласились с высказыванием футболиста, ведь ребята действительно похожи на него. Особенно фанаты подчеркнули его сходство с младшим сыном, Сеней. Многие отметили, что их кумир, видимо, решил исправиться и возобновить отношения с брошенной семьей. Однако пока ни Юлия, ни Андрей не прокомментировали ситуацию. Барановская сначала не могла понять, почему отец игнорирует своих потомков, но затем смирилась с положением дел. Более того, карьера ведущей на телевидении пошла в гору, и сейчас она пользуется гораздо большей популярностью, нежели футболист, который недавно изъявил желание покинуть профессиональный спорт. Несмотря на вышесказанное, представители Аршавина в августе 2016 года утверждали, что он встретился с детьми, но Юлия тогда опровергла это. А в сентябре 2018 в своем инстаграме она открыто заявила, что малыши не виделись с папой много лет. «Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми 5 лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений», — неоднократно говорила телеведущая. Более 2 лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой. С ней он также не стал примерным семьянином. У пары родилась дочь Есения. Но находясь с малышкой в Испании, Алиса узнала, что супруг целый год изменял ей с моделью Екатериной Ямщиковой, ныне женой одного из известных питерских бизнесменов. После случившегося Казьмина вскоре заявила, что давно развелась с Андреем. Сейчас она поглощена воспитанием Есении, но ее до сих пор не оставляет ощущение, что их с маленькой дочкой будто и не было в жизни прославленного спортсмена. Общественность удивлена беспечным поведением футболиста, который вновь с легкостью променял жену и ребенка на развлечения. Однако снимок с детьми Барановской внушает поклонникам надежды на светлые перемены.